Макса. Ну что же, все готовы к старту. 14 лошадей в призе в честь Дня Учителя. Приготовились. Шестая скачка сегодняшнего дня. И дан старт. Шестой скачке. Очень кучный прием. Плохо принимает у нас Че Гевара Зет. Ну а вперед вырывается у нас с полевой стороной Рустам Панджоков и Задорец. И рядом с ним тут же Луна Паллада. Это 11 номер, да, Задорец. Задорец. Ну и в этот раз Мирзабек на сером волнорезе принял очень хорошо и имеет отличную позицию. Задорец впереди. На втором месте Луна Паллада. Далее волнорез. И тут же рядом с ним Азат Сысыкулов и Фаддей. Вперед выходит Луна Паллада. Но нет, Задорец удерживает лидерство по бровке волнорез. Луна Паллада второй. И подъезжает Фаддей, победитель традиционного приза, летнего приза на адыгейском ипподроме в Майкопе. Выход на финишную прямую. Скачку ведет Задорец. Тут же Фаддей и Луна Паллада. А по бровке волнорез, где там Че Гевара Зет. По финишной прямой Задорец лидирует под седлом Рустама Панджокова, но тут же Фаддей, номер 10, под седлом Азата Сысыкулова. И, похоже, Фаддей высовывает голову вперед перед трибунами. Фаддей ведет скачку. И подлетает номер 14, фаворит Каприм, на последних метрах дистанции. Фаддей, Задорец и фаворит Каприм полем подлетает, но Фаддей первым.